Сахалинец вырвал сумку из рук 44-летней женщины. Это произошло в областном центре. Поздним вечером потерпевшая вышла из кафе, расположенного в районе Хабаровской, и направилась в сторону улицы Ленина. На этом маршруте с ней успел познакомиться житель островной столицы, которому 32 года. Правда, разговор был недолгим. Попутчик схватил сумку и бросился бежать. Внутри находился телефон и банковская карта. Впоследствии с нее были списаны 3000 рублей. А гаджет гражданин до встречи с сотрудниками полиции успел продать, выручив 2000. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, с фигуранта взята подписка о невыезде.